Привет! Ты на канале Рыбакит, меня зовут Ваня. Утро Рыбакит начинается, и я сейчас буду рисовать лисичку. Рисуй со мной. Я рисую на цветной ярко-красной бумаге. У меня есть гелевые мелки, они суперские, так что у тебя получится классный рисунок. И не останавливайся никогда. Рисуй, рисуй, рисуй. Смотри, лисичка у меня супер такая простая. И это ее голова. Я белым прям рисую голову. А если у тебя нету таких вот белой, красной бумаги, красного белого мелка, то ты можешь взять оранжевый карандаш, к примеру, или фломастер, и на белой бумаге рисовать. Тоже будет здорово. Смотри, это ее тело, она такая стоит. 1 апреля, еще немножко прохладно, у нее большой пушистый хвост, и я его тоже белым рисую. Белый пушистый хвост, сразу не забудем ей ушки, лапки, ножки, как бы. Она такая хорошая лиса, она добрая, немножко хитрая, наверное, как все лисы, немножко хитрые, вот такие глазки. Теперь я возьму оранжевый, хочу желтый, я думаю, желтый, она будет светящаяся лиса. Смотри, я везде добавлю желтого, желтого. У меня светящаяся лиса. А здесь у меня белый тоже, но это будет ее шарфик, потому что она на 1 апреля еще там холодно, где она гуляет, и холодно. Я добавлю голубой шарфик, он такой будет голубой шарфик, голубые ботиночки у нее, да, такая веселая лиса. Вообще, мне кажется, чем веселее ты придумываешь истории, когда ты рисуешь, ты придумываешь все новые и новые истории, и задумываешься, и мой сын Рома очень любит рисовать и болтать в это время, так что я тебе советую тоже это делать. И здесь такие сугробы прям нарисуем, еще не растаяла, она живет на севере, но уже 1 апреля, и уже скоро весна, и она такая довольная, довольная, довольная. И теперь мы разотрем вот эти сугробы, разотрем такие растертые сугробы, потому что они немножечко тают. Пальчиками очень легко растирать. И берем оранжевый цвет и добавляем в лису. Она у меня получается на красная, оранжевая на красном. Это очень ярко, но не очень видно. Но так как мы добавили белый и растираем его, этот оранжевый, получается, лиса у меня светится. Вот у нее грудка, у нее лапки. Все вроде бы оранжевое. Если ты будешь рисовать оранжевым по красному, то будет не видно. А если ты добавишь белого в начале и будешь рисовать именно гелевыми мелками, то получится суперски. Суперски ярко. Суперски ярко. И лиса такая получилась. Разотрем. Я думаю, что можно это заменить, к примеру, такие мелки гуашью тоже. Я часто думаю, что некоторых ребят нету таких мелков, и они думают, что же нам делать. Я думаю, что гуашью можно заменить вполне. Будет тоже хорошо. Добавляем немножечко красного, немножечко шерсти. Я всегда так делаю, да? И теперь берем черный цвет и получим у нас лису. Она закрыла глаза, у нее предвкушение чего? Весны. У нее есть ротик, носик, глазки, ее ушки. Так, здесь шарфик такой. Здесь у нее коготочки, коготочки. Такая лиса. Здесь ботиночки, ботиночки у нее суперские. И она такая стоит и ждет, когда же. Но я хочу ей нарисовать звездочки, потому что мне кажется, звездочки самое то сегодня рисовать. Звездный день, 1 апреля, и хочется яркости и праздника, веселости и настроения. Я стараюсь это себе сегодня зарядить тебя или передать свое настроение, как это можно сказать, вот так вот. И вроде бы еще зима, и вроде бы ей холодно, но она при этом хорошо себя чувствует, у нее улыбка на мордашке. Такая лиса. И снега много, не останавливаемся, снега много, он идет, 1 апреля бывает снег, и я жил в таких местах, где 1 апреля идет снег. Это не повод грустить, это повод радоваться, потому что снег, он растает, и придет лето, и у нас будет время отдохнуть. Ребят, рисуйте, радуйтесь, я рисую в прямом эфире утром, утро Рыбакит называется, все картинки и рисунки доступны целые сутки, потом идите на YouTube и ищите их, но не сразу не появляются, через, может быть, пару дней, у меня не хватает времени выкладывать их, и если вы что-то нарисовали, обязательно поделитесь в сторис, я поставлю лайк, сделаю репост, и у вас будут
новые зрители и стимул рисовать. Родителям передаю большой привет, кто подписывается, кто делится, прям и большущее спасибо. Я стараюсь все свое настроение, которое у меня появляется, и утром его больше всего, я это заметил, я пытаюсь его утром и на вас как бы немножко выплеснуть и нарисовать чего-то хорошего. Пауза, и возвращаюсь рисовать дальше.